Почему мы в достаточном количестве не проводили рекламную кампанию для людей, которые сустав меняют, еще что-то, и не завозили эти импортные запчасти для человеческого организма по линии государства? Неужели так сложно было закупить и завести в страну? Ну, если кто-то хочет, считает, что отечественно – это некачественно, покупайте. Они же покупали, только они платили втридорога, потому что взятки входили в цену этого товара. Это вопрос, и очень серьезный вопрос. И я хочу, чтобы это стало для Министерства здравоохранения, для министра такой наукой, основательной. Потому что, ну, знаете, терпеть это невыносимо, и за это должен отвечать руководитель. Я уже об этом не единожды говорил, поэтому, Дмитрий Леонидович, я не зря вам сказал, идите в следственный изолятор и с ними разбирайтесь сами. Поэтому мы должны держать эти вопросы под контролем, а чтобы они были под контролем, я уже 1000 раз говорил, уберите всякое посредничество. Закупайте напрямую лекарства и вот эти медицинские изделия. Это можно делать даже в период санкционный.